Шоудаун – это смесь аэрохоккея и настольного тенниса. Главная задача игрока – загнать мяч в лузу на половине поля соперника. В арсенале деревянные вытянутые ракетки биты и специальная перчатка. Сам мяч наполнен металлическими шариками, создающими эффект колокольчика. Именно это позволяет участникам определять его местоположение. Вне зависимости от степени утраты зрения, все игроки надевают светонепроницаемые маски или очки. Основная цель проведения именно турнира по шоудауну – для нас это популяризация новых видов спорта, которые позволяют многим незрящим людям, вне зависимости от возраста, от степени утраты зрения, показывать свои результаты в таком вот виде спорта. Шоудаун на Брещину пришел в 2015-м. С тех пор армия его поклонников уверенно растет. Не раз проводились и турниры. На встрече в городе над Бугом, которая состоялась на базе предприятия «Вертекс Брест», за звание лучшего сразились 7 команд. В основном берестейских, но были и гости из города Молодечно. Хорошо, что все приехали. Очень приятно. И все, как бы, у нас есть, которые первый раз играют. Только первый раз увидели эту ракетку и шарик, и как бы... Очень приятно, молодцы, что стремятся к этой игре, и надо побольше-побольше встречаться. Что касается настольного тенниса, он у нас получается в Беларуси как новшество, и все новое нам очень интересно. Я думаю, что вот эти областные соревнования станут доброй традицией, и будем участвовать, будем заниматься. Работает на предприятии сегодня у нас 112 человек, из них 48 человек инвалиды по зрению. Первая, вторая группа, также третья группа. Свободное от работы время они занимаются с удовольствием, заставлять их не надо на это дело. Поэтому очень активно и даже просят со стороны знакомых, привлекают своих знакомых из города, приводят, просят меня, чтобы пропустили на предприятии поиграть в этот вид тенниса. Представители Брещины, демонстрирующие стабильно хорошую игру и высокие результаты, совсем скоро будут отстаивать честь региона на республиканских стартах. Стараемся активно везде участвовать. Тут попробовали первый раз, когда стол нам привезли на наш завод в Пинск. Попробовал, понравилось. Отправили на спартакиаду. Первый год был, представлял нашу область брестскую. Занял там второе место. Ну и все, и дальше начали участвовать везде. Пробовать себя в этом виде спорта. Однако, как говорится, в обиде после турниров не остается никто. Такие встречи не только возможность испытать свои силы и выносливость, но и хорошая площадка для общения и новых знакомств, которых порой так не хватает. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.